Здравствуйте, уважаемые друзья! Из бесконечного множества мушек, такая как вот перед вами, из семейства Royal Wolf, мне очень нравится. Долго меня мучила тема, хотелось изготовить ее в мокром варианте. Я изготовил, хочу с вами теперь поделиться. Крючок я беру нимфовый. Это десяточка, специально для того, чтобы сразу мне отсеять нашу мелочь. И беру, немножко огружу свой крючок. В качестве огрузки я буду использовать вот из набора, потому что нам тело желательно, чтобы выглядело несколько значительно ровным, чтобы мы наши материалы могли закрепить более качественно. Давайте выполним огрузочку и дальше продолжим. Закрепили свинец. Нить я взял порядка 4-6-0. Большой роли не играет, какая толщина, но желательно, чтобы она была белая, чтобы наша при намотке тела потом не проявлялась при намокании. В качестве хвостика вот у меня есть вот такие кусочки перьев, которые используются у охотничьего фазана. Я возьму, сделаю, чтобы вам было видно. Вот вырез центральной части этого перышка. Как можно, как вот это крепить, так и достаточно будет вот такого нам кусочка для того, чтобы мы закрепили наш хвостик. Подводим к началу загиба и здесь с вами начинаем его крепить. Стараемся так, чтобы у нас хвостик, при условии, что мы его вот так подтянули ниточкой, стал ровненько лежать сверху. Вот так, как вам видно. И окончательно его мы теперь подхватываем. Для того, чтобы более качественно держалось, я уже не буду повторяться, я всегда наношу капельку клея. Для изготовления тела нам понадобится с вами определенный материал. У меня, допустим, в качестве красного тела я обычно использовал обыкновенную вот такую нитку, которую распускал тесьму, которая продается в галантерейном магазине. Или же можете приобрести, это не реклама, вот такой материал. Или же Unifloss. Любой, который вы захотите, пожалуйста, выберите для себя. Или можно даже вплоть до того, что покрасить люрекс. Я тоже изготавливал так материал. Теперь нам необходимо, как у мушки Royal Wolf, изготовить хвостик. Хвостик мы с вами уже изготовили. И теперь нам, пока наш клей прихватывается, промотаем хорошо ниткой, подготовим место для крепления пера павлина. Это один из важных элементов нашей мушки. Заодно подровняем переход и все наше тело, так, чтобы оно было ровненькое и хорошо покрыло его белая нить. Если у вас имеется, допустим, белого цвета Unifloss, это даже еще приветствуется, можно промотать тело этой прядью. Закрепили, подмотали, оставляем в этом положении. И я беру три хорошие выбрать бородочки пера павлина. Вот так, как видите, у меня я выбрал две хорошие, а одна худенькая, не годится. Я ее сразу убираю. Почему? Вы сами прекрасно понимаете, что все элементы этой конструкции имеют свое значение. Поэтому раз ёршик этот у нас из пера должен быть пышным, мы его изготовим пышным.
подобрали, оборвали все кончики, которые вот обрываются, как обычно я делаю. Крепим здесь наше перышко. Обычно перед изготовлением мушки желательно себе визуально разбить ее, где какие будут крепиться элементы. Для начала возьмем, разобьем ее пополам, разбили. Вот здесь должно находиться середина нашего тела, которое мы будем мотать из красной нитки или юнифлоса. Вот этот кусочек у нас как раз получается. Мы должны обмотать нашим пером павлина. Здесь точно так же кусочек должны обмотать пером павлина. Оставить на ёршик и оставить пару миллиметров для изготовления головки мушки. Если по каким-либо причинам сложно держать в голове, извините за занудство, возьмите фломастером, потом себе сделайте отметочки, и вам будет достаточно удобно это все видеть. Совсем-совсем немножечко, капельку клея добавляем. И вот я большими вот такими витками увожу колечко, нить, чтобы мне не мешало. И начинаем формировать наш первый ёршик. Возвращаем нашу нить, крепим наше перышко, остатки отрезаем. Теперь на месте, где мы оставили нить, закрепим, отрежем. Ну, небольшой нам понадобится, учитывая сколько прядей, допустим, находится в нашей юнифлосе приблизительно сантиметров 10-15. С катушки я обычно это не мотаю, так как возникает потом масса вопросов. Плохо и подравнивать саму прядь. Отрезали. Крепим, стараемся закрепить по всей длине, чтобы не нарушить наше тело. Закрепили, и теперь аккуратненько, вот так, виточек к виточку, стараемся уйти. Заодно сразу подровняем. Если видим какие-то неровности, вот как у меня, они потом проявятся при изготовлении тела. Поэтому желательно еще раз пройти хорошо и все вот так подровнять. Уводим опять нашу нить, оставляем у колечка. Обязательно подравниваем все пряди, не забываем о том, что желательно пользоваться одним инструментом, это который я уже неоднократно вам показывал, пилочка вот такая, дамская. И начинаем выполнять обмоточку, подравнивая каждый раз нашу прядь. Опять подводим нашу нить, которую мы уводили большими виточками, крепим наш материал и остатки удаляем. И опять нам понадобится с вами три хорошие бородочки пера. Закрепили.
сделаем завершающий узел, эту нить мы с вами убираем. Дальше мы будем изготавливать уже нитью, которая нам необходима для формирования головки. Подберете себе или зеленый, или коричневый, или черный цвет, это уже несущественно. Теперь смотрите, так как у нас тело здесь выглядит вроде бы несколько большим, а ёршик у нас выйдет здесь несимметричен по относительно хвостика, это изначально задумано. Почему? Потому что когда мы выполним с вами опушку нашей мушки, то сама опушка у нас съест часть обмотки пера павлина. Поэтому переднюю я изготавливаю несколько больших размеров, чем заднюю. Оставляем в таком положении и берем другую нить. Закрепили нить, отрезали остатки пера. И теперь я вот такой совсем небольшой пучочек взял меха песца для того, чтобы изготовить крылышко. Так как с одной опушечкой не совсем будет симпатичная. Подберем длину, приблизительно она должна доходить у нас до конца хвостика. Капнем капельку клея. И притяжной петлей, не рассредотачивая наш мех так, чтобы вот таким крылышком, как вы видите, лохматеньким, стояло наше крыло. Для более придания симпатичности я возьму кристалл флэш и по парочке буквально прядей, вот такой, добавим с одной и с другой стороны. Подровняли сразу, остатки отрезали. Промотаем хорошо теперь место крепления, так как здесь у нас будет наматываться перо, желательно, как всегда, под перо подготовить хорошо площадочку, потому что как мы с вами подготовим, так перо у нас и ляжет. Перышко для опушки я взял вот такое шартрез крашеное, перышко Сибрайта. Если у вас имеется другое перо, можете использовать. Это не принципиально. Главное, чтобы наша опушка хорошо имела контраст с нашим телом и крылом. Подхватили. И обычно я, для того, чтобы мне было несколько удобнее наматывать, я беру, поворачиваю и потом начинаю, уводим бородочки, производить вот так намоточку. Количество оборотов подберете для себя экспериментально, потому что все зависит от пера, которое вы будете использовать. Но ёршик не должен быть достаточно пышным, хотя если вы будете проводить рыбалки свои на течении, желательно в зависимости от этого и выполнять ёршик. Можно увеличить крыло и можно точно так же сделать гораздо пышнее ёршик. Сделали пару-тройку оборотов, удерживаем в верхнем положении наше перо, подхватываем, уводим все перья назад. Промотаем теперь
место крепления и выполним головку. Мы капнули капельку лака. Конечно, головку надо будет еще не один раз хорошо промазать. И как вы видите, на основе не только лососевых, но и каких-либо других мушек, используя эту технику, можно изготовить и мокрые мушки, и стримера, все что угодно. Благодарю вас, друзья, за внимание. До скорых встреч!